Всем привет, дорогие друзья, с вами Мэтт Скрим. Сегодня удалось пройти полностью вихрь, то есть до покорителя первого, за 8500 гемов. Я так подозреваю, что это вообще рекорд среди всех прохождений, которые вы можете найти в интернете. Но это если не учитывать мою первую попытку, которая была неудачная и которая мне обошлась в 40 тысяч гемов. Но не будем о грустном, покоритель закрыт, и сейчас хочу вам рассказать, на что вам стоит обращать внимание и что вам нужно минимально для вашей команды и для прохождения данной сложности. Самый простой вариант, так сказать. Итак, самое первое — это док-файл, который нас интересует. Ссылку на него я оставлю в описании, поэтому можете открыть и пользоваться точно так же. Единственное, что когда вы его откроете, вам нужно нажать файл и нажать кнопочку «Создать копию». После этого вот в копии вы уже сможете пользоваться полностью вот этими всеми планетами, и сверху вот здесь можно переключать как раз-таки сложности покорителя, то есть от 6 и до 1, что я в принципе и делал. Значит, что касается команды. Команда выглядела вот так, она неизменная, значит, это была Веса, мы ее используем с колоколом демона, камень, скорость плюс атака у меня была, навыки вот такие, скин. И везде, в принципе, фиолетовые навыки одинаковые на урон. То есть на всех героях фиолетовые навыки — это святой урон, урон с крита и шанс крита. Все, фиолетовые навыки я больше показывать не буду. Далее была Джахра, соответственно, с жезлом плюс 3, урон с крита, камень. Вот такие вот навыки, ну и фиолетовые такие же. Далее Королева, колокол, скорость плюс атака. То есть герои, которые с колоколом, они используются для того, чтобы заряжать Джахру. Я думаю, все это понимают. Ну и Сяшка использовалась в одном билде, это рога. Кстати говоря, я ей даже не комбинировал сет на максимальную атаку. Камень на атаку, вот такие вот навыки. Скин, ну и по навыкам точно так же. Характеристики у нее были довольно-таки высокие. 1 миллион 640 тысяч атаки. Ну и два саппорта, которые не относятся к героям превосходства, это Дрейк, также с колоколом, скорость плюс здоровье, такие навыки, и один Роган, скорость плюс здоровье, вот такие навыки и скин. Значит, что касается домов, то было вот так. У меня Сяшка была в основном доме, плюс 623 тысячи атаки. Это просто, чтобы вы ориентировались. У меня здесь стоял Аспен, но вы можете поставить Королеву. Просто у меня с Аспена больше характеристик было. Соответственно, я поставил его. Почему бы не забустить, так сказать, еще больше Сяшку? Но вы можете ставить Королеву, потому что Королева используется в основной команде. Ну и, соответственно, и Носки довольно-таки много дает характеристик. Этот герой класса лучников, и с них довольно-таки много характеристик дают. Ну и Фиона вот так. В общем, друзья, что касается прохождения. У многих может возникнуть вопрос, почему использовалась Веса, потому что мы по тактике ищем всегда защиту на героев превосходства. То есть нас во всем прохождении интересует только одна защита, это герои превосходства. И вы ее ищете, и вы точнее тратите свои печатки защиты только в том случае, если у вас на планете нету этой защиты под этих героев. Больше вы их не тратите дополнительно. То есть вы должны все планеты проходить с защитой превосходства. Исключение — это первая сложность, первый покоритель. Сейчас мы к нему перейдем. И преимущество Весы в том, что она использует колокол, соответственно, заряжает Джахру и сама по себе довольно-таки полезный герой. Но вместо Весы можно поставить также второго Рогана, который даже в контроле будет давать свои бафы, но не всегда. Есть такие печатки света, которые отключают пассивные навыки, соответственно, Роган будет бесполезен в данном случае. По-моему, на первой сложности покорителя как раз-таки накладываются вот эти печати света. В общем, с Весой это, скорее всего, будет проще сделать. Команда была на всех планетах вот такая, которую я вам сейчас показал. Значит, что касается прохождения планет, то вы открываете данный файлик. Зеленые планеты — это самые простые на каждой планете. Что касается красных планет, то вот, например, на шестом покорителе вы можете даже пробовать проходить. Вот, к примеру, давайте рассмотрим первую планету. В общем, вы ищете команды, в которых минимальное количество кэрри, это одна. Если в команде одна кэрри и нету тар, вот тары очень противные, вот команды с тарами старайтесь вообще обходить стороной. Сразу их скипайте. Но все остальные герои, в принципе, проходимые. Да, я думаю, что вообще абсолютно все герои
Там, где одна кэрри, они проходимые. Если у вас долго не получается пройти, просто рольте на зеленую. Так будет проще. Или можете сразу вообще ролить на зеленую, если вы не понимаете, что вы можете пройти. Вот, например, вот эта команда шестая с Унимаксом, она, конечно, тоже может потрепать нерв. А, ну тут две кэрри, я почему-то подумал, что одна кэрри. В общем, ищем команды или без кэрри, но такое редко бывает. Вот десятая команда здесь без кэрри. Или с одной кэрри, можете ее траить. Вот, к примеру, Шерлок. А, здесь тоже две кэрри, блин. Вот восьмая команда, две Гаруды, Белрей, Наида, Амонрашка и кэрри. Вот восьмую команду вы без проблем сможете тоже пройти. То есть вот эту команду точно можно пройти. Соответственно, это не всегда вам нужно выбирать зеленую команду. Я вам об этом хочу сказать. Можете пробовать и другие. Но, теперь это что касается всех сложностей, кроме первой. Мы переходим к первой сложности. И самое первое, что вы должны просмотреть, так как это было у меня, защиты на героев превосходства. И вы желательно должны для первой сложности оставить максимальное количество ваших защитных печаток. Значит, нас на первой сложности покорителя интересуют три планеты. Они у всех одинаковые, вам нужно просто найти эти команды. Значит, самая первая планета. Ну, давайте, тут она последняя, вот. Десятый состав, вот с этой Итаквой, не Итаква. Блин, забыл, как ее зовут. Давайте посмотрим. Сейчас я быстро посмотрю. Накия, вот. Команда с Накией зеленая. Там он еще Асин, да, и Тара есть. Но эта команда очень легко проходится. В общем, десятая команда. Мы ищем эту планету, проходим данную планету. Далее. Это все проходится только с защитой превосходства. Мы сюда больше ничего не добавляем. Вторая планета, это с Зигмундом. Она единственная также на вот этом покорителе первом. И третья планета, она у меня тоже была пройдена. Я, если честно, не помню, какая. По-моему, вот это. По-моему, вот это. Возможно, с Оливией я прошел. Да, я, по-моему, прошел вот эту десятую с Оливией, но я уже, честно, точно не помню. Ну, в общем, три оставшиеся планеты. То есть, две мы сразу закрываем. Мы ничего по печаткам не ролим, только ищем защиту превосходства. Далее у нас остаются три команды. Здесь две команды, они с одинаковыми героями. Вот смотрите, здесь Аспен, Аспен. Вот здесь сверху я имею в виду планета вторая. Аспен, Аспен, далее Гаруда, Гаруда, Белрейн, Аида. Да, вот эти две планеты, они полностью одинаковые. Соответственно, вот у меня одна из них была пройдена. Была пройдена, по-моему, вот эта третья планета. Вы на видео увидите, какие я добивал и на каких я ролил дополнительную защиту. В общем, три планеты я закрыл сразу, сходу, просто с защитой превосходства с тем, что было. То есть вы должны действовать по такой же тактике, чтобы минимизировать свое поражение и свою неудачу. Потому что, опять же, повторюсь, в первом прохождении у меня не получилось пройти как раз-таки вот эту планету, на которой у нас Пенни, вот эта команда. И вот такую планету, которая оказалась бы с такой же командой, но не получилось ее продавить. Все, это в принципе основная сложность данного прохождения. Ну и также вы должны ждать большого количества печаток. Я не советую проходить, если у вас меньше 44 печаток. Ну там возможно 43, но опять же, даже если у вас будет такое количество печаток, если вам не повезет на защиту при прохождении, то вы не пройдете. Вы начинаете проходить данную сложность только в том случае, если вы готовы потерять гемы, как я это сделал в первом своем прохождении. Потому что может не повезти, даже если вы начнете с большого количества печаток защиты, может не повезти там на второй сложности, к примеру, на третьей, и, соответственно, вы можете обосраться и не пройти вообще. В общем, еще раз повторяю тактику, вы ищете только защиту превосходства, больше не ролите. Если ее нету, только в данном случае вы ролите какие-то дополнительные защиты. С защитой превосходства проходятся все планеты, кроме первой сложности. То есть, да, у вас может уйти больше попыток, но проходятся все планеты. Если у вас сяшка с меньшей атакой, например, вот Джессус, он проходил немного с другой командой, но там сяшка была с миллионом атаки, 1 050 000 атаки, соответственно, у меня было на 600 тысяч почти больше атаки, поэтому у меня это довольно-таки просто получилось сделать. В общем, чем больше атаки, тем меньше гемов вы потратите, скорее всего. У меня ушло 8500 гемов, но опять же, повторюсь, это довольно-таки раскачанная сяшка была. Ссылка на данный док-файл я оставлю в описании. Еще раз повторюсь, вы открываете файл, создать копию. Только в данном случае у вас заработает
вот это переключение сложностей. Все, друзья, всем огромное спасибо за просмотр. Поставьте палец вверх этому видео, если было полезно. И увидимся в следующем видео. Постой, путешественник. Это я, королева Фей Веса. Если тебе нужно быстро разобраться в игре, купить или продать аккаунт, найти лучшую гильдию в игре, ну или приобрести самый дешевый донат, я к твоим услугам. Ты можешь найти меня ВКонтакте или Телеграм по ссылке в описании. Я буду ждать.